Приветствую. С вами Павел Колесов. Я сейчас нахожусь в лесу. Поехал по грибы. Ну, люблю я это дело, потому что спокойное такое медитативное занятие. И я хочу вам показать, как растут белые. Белые – это, пожалуй, самый лучший гриб, потому что он крепкий, он вкусный, его можно солить, его можно сушить, его можно жарить. И я вам хочу показать, как они обычно растут, если это сосновый лес. Смотрите внимательно. Со стороны обычно абсолютно незаметно, но если вы знаете, куда смотреть, например, вот классический белый, боровой, у него вот такая вот ножка, дайте я вам покажу, такая вот ножка, опа, и он, как вот, чтобы вы видели-то, вот так вот, и он обычно... От него видно только такую вот коричневую шляпку, поэтому, чтобы заметить белый вот на такой вот серой, ну не серой, пардон, коричневой траве, нужно быть очень внимательным. Но если вы будете внимательны, вы, как я, сможете увидеть. Вот, пожалуйста, вот это настоящий боровой белый. Потому что есть еще березовые белые, они более хлипкие. А это боровой, надеюсь, вам видно, сейчас я его срежу. Берем ножичек и аккуратненько. Причем они, как правило, в землю уходят достаточно глубоко, поэтому под самый корень срезаем. Опа. И получается вот такой вот красавец. Вот. Настоящий боровой. И хотя сейчас уже конец сентября, практически начало октября, у нас в Томске, как видите, белые боровые растут. Опа. Хотя, как видите, сверху он был абсолютно незаметный. Он был очень маленький такой вот. И его фиг увидишь. Ну что, надеюсь, вам понравилось. С вами из сибирского леса был Павел Колесов. Пока-пока. До встречи в следующих видеокастах. Привет. Привет. С вами Павел Колесов. И я хочу показать, как еще... растут белые, насколько они могут быть оригинально прятаться и хорошо расти. Смотрите внимательно. Я шел вот по этой дороге, вот сюда вот. Вот сюда вот иду. И, то есть не знаю почему. То есть меня вот буквально что-то потянуло. Я иду. Вот ноги буквально сами привели. И я вижу. Бинго! Охрененно огромный белый. Вот просто, мать моя родная, какой большой. Причем, обратите внимание, он под деревом. Я не знаю почему. В этом году я находил очень много белых боровых под деревом. Опа, сейчас мы отодвинем. Я вам покажу этого красавца. Ой, какая лапочка. Ой, какой красавец. И он, бедняжка, видите, растет криво, потому что ему ствол поваленного дерева мешает. Опа. И вот он. Такой вот здоровенный. Такой красавчик. Красавец ты мой. Опа, сейчас я его срежу и покажу. Чтобы вы могли увидеть. Так, аккуратно, под самый корень. Срезаем. Опа. И получается вот такой вот красавец. Посмотрите. Вот такой вот белый. Такой мощная нога. И вот это настоящий белый боровой. Он рос вот так вот. Так вот под этим деревом. Дерево его придавливало. Но он, тем не менее... молодчина смог вырасти. Ох. Какой красавец. Причем у меня к грибам чисто спортивный интерес. Я их перерабатывать не люблю. Я их люблю находить и собирать. Ну и зимой тоже иногда кушать. Ну, прям какая радость. И вот так в Сибири растут белые боровые в сосновых лесах. С вами был Павел Колесов.
Пока-пока. И еще один пример того, как растут белые и как они тщательно прячутся. На этот я тоже нашел. Просто шел, и что-то у меня вот ноги повернули, и вот он, лес. Трава. Обычно лес, обычная трава. И ничего не видать, если не знать, что искать. Но если знаешь, бинго. А особенность белых в том, что они обычно растут поодиночке. Ну, то есть у них есть семьи, но они редко бывает так, что, по крайней мере, у нас в Сибири, рядом с Томском, можно с одного места набрать там полведра. Поэтому приходится на них охотиться. Такая индивидуальная охота. Получается вот такой вот красавечек. Такой вот грибочек. Сейчас я его срежу и вам покажу. Причем, обратите внимание, сверху шляпка, она сливается с травой, и кажется, что это там листик или просто какая-нибудь там проплешина на траве. И нужно иметь очень внимательные глаза, очень хорошо знать, как растут белые, чтобы их найти. Белые нужно обязательно срезать, как и все грибы, под корень. Потому что если вы его вырываете с корнем, вы нарушаете к чертям собачьим всю гробницу. Вот такой вот красивый белый. Боровой белый, настоящий. Видите, без единой червоточинки. Жалко, что вы не можете сейчас его запах почувствовать. Ну что, с вами из Сибири с белыми боровыми Павел Колесов. До следующих встреч. Может быть, я вам еще покажу, как они растут. Белые грибы боровые. Это просто прелесть. Пока-пока. И еще один белый, я не знаю, с чем это связано. В этом году они почему-то любят прятаться под деревья. Смотрите. Вот просто лес. Лесная осенняя дорога. Но если уметь внимательно смотреть по сторонам, опа-на! Можно увидеть отличный белый, который почему-то опять спрятался под дерево. Ну-ка, сейчас мы его срежем. Посмотрим, какой он есть. Тик. Опа. Изумительный. Какой красавчик. Опять же, ни одной червоточинки практически. Ну что, и вот так работает управляемая интуиция, когда вы находите то, что вам интересно. С вами был Павел Колесов. До встречи на тренинге по управляемой интуиции. Пока-пока.